Д'Артаньян всея Руси Михаил Боярский является не только прекрасным актером, но и примерным семьянином. Уже более 40 лет он женат на актрисе Ларисе Лупиан, в браке с которой у него родилось двое детей, Елизавета и Сергей. Они уже успели осчастливить родителей внуками. Так, сын Боярского, который выбрал для себя политическую карьеру, в 18 лет стал отцом. Его любимая жена Екатерина родила ему дочь в 1998 году. Девочку решили назвать в честь мамы. Через 10 лет родился и второй ребенок, девочка Александра. Сергей редко делится с подписчиками семейными фотографиями, предпочитая не демонстрировать публике свое счастье, но недавно поклонники нашли в сети микроблог его старшей дочери и восхитились ее красотой, формами и очаровательной улыбкой. Судя по фото, старшая внучка Д'Артаньяна скромная и воспитанная девушка, которая пока не стремится к популярности в кино, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. Вот моей доченьке и 20. Катенька, милая, я тебя очень-очень люблю. Ты моя радость, моя гордость, мое счастье, написал Сергей Боярский дочери. Сергей Боярский с дочерью Екатериной фото, Инстаграм Екатерина, которая в прошлом году отметила 20-летие, выросла настоящей красавицей. Многие отмечают сходство со знаменитой бабушкой и тетей. Катя любит делиться с подписчиками фотографиями путешествий с дорогих курортов, а также часто публикует снимки из спортзала. Не чужда девушке и светская жизнь, она посещает официальные мероприятия, ходит на концерты звезд, кинофестивали. В прошлом году предпочла наблюдать за праздником выпусков «Алые паруса» на крыше одного из домов на набережной Невы. О жизни Кати известно немного. По сообщениям СМИ, до 7 класса она проживала в Петербурге, а затем родители решили отправить ее учиться за границу. Затем девушка вернулась из Англии и в 2017 году окончила школу и поступила в ВУЗ. В начале апреля она опубликовала снимок, на котором пользователи разглядели кольцо на безымянном пальце. По слухам, внучка Боярского получила предложение руки и сердца от молодого человека, с которым встречается уже несколько лет. Пользователи недоумевают, почему с такими яркими внешними данными и родословной Екатерина не пошла в актерскую профессию. Правда, некоторые заметили, что в начале года Катя публиковала фотографии со знаменитым дедушкой около киностудии «Амедиа». Возможно, вскоре мы увидим на экранах нового члена семьи Боярских. Напомним, сестра Сергея Елизавета в прошлом году родила второго сына Григория, а в 2012 году подарила мужу, актеру Максиму Матвееву, очаровательного Андрея. Михаил Сергеевич в одном из интервью признавался, что души не чают во внуках и готов проводить с ними все свободное время. Класс пост 626 430 подписчиков.